Всех приветствую, друзья! В эфире Афиша, с вами Анна Троян. Ну что, соскучились, друзья? Я тоже. Поэтому ловим мой короткий обзор событий на эти выходные. Думали, праздники так быстро пролетели, а не тут-то было. В орбите продолжают дарить праздничную атмосферу. В космополисе пир на весь мир устроит гвоздь программы Дедушка Мороз. Со своей очаровательной внучкой Снегурочкой они устроят празднование Нового года по старому стилю. Собирайтесь отмечать, берите с собой большую семью и не забудьте прихватить хорошее настроение. Обещаю, вам понравится. А если и у взрослых остались силы для развлечений, а душа просит танцев, добро пожаловать в гости к Василию Алибабаевичу. Пятница и суббота в ресторане – это пляски под живое исполнение группы Lovers. В обмен на ваше хорошее настроение и улыбки получите любимые треки. Готовьтесь отрываться от души, пробовать вкусные блюда и напитки. Следующее событие касается только самых смелых и подготовленных. Перекреститься три раза и окунуться в прорубь – священный обряд православных верующих можно совершить уже в эту субботу. Для крещения Господня в Люберецком округе подготовили три локации. Окунуться можно будет на Наташинских прудах, Малаховском озере и Кореневском карьере. Приходите, даже если не собираетесь нырять. Одевайтесь теплее, будет интересно. На этом все. Друзья, еще больше эмоций от выходных можно получить в компании родных и близких. Позвоните им, договоритесь о совместном досуге. С вами была Анна Троян. Пока-пока!